Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас будет разбор украинской народной песни «Стоит гора высокая». Я эту песню сыграл на баяне, недавно выложил ее здесь на канале у себя. Вот. Один из моих подписчиков послушал, увидел, попросил сделать разбор на гармонии. Поэтому я постараюсь сегодня медленно показать правую и левую руку. И потом, конечно, в итоге уже сыграю, как она должна будет звучать. Вот. Значит, я буду показывать именно самые простые моменты, так попроще. Когда вы простой уже вариант освоите, вы можете украшать где-то басом, где-то правой рукой, там какой-то переборчик, ну уже на вашу фантазию, потому что песня народная, да, это не то, что там какой-то композитор написал музыку, вот есть ноты, строка, это народная песня, поэтому уже на ваш вкус украшайте себе. Значит, сразу хочу предупредить, попросить прощения за возможные ошибки, потому что когда играешь ну, нормально, как должно, все нормально, когда вот это одним-двумя пальцами медленно, иногда бывает не ту кнопочку попадаешь. Вот, поэтому уж не обессудьте. Если вам видео понравится, поставьте пальчик вверх. Вот, если не понравится, поставьте пальчик вниз, напишите, что не так, почему не понравилось. Кто еще не подписался на мой канал, огромная просьба, прошу вас, подписывайтесь, буду рад. Вот, сейчас я перейду ближе к камере, я сам и помощников, как всегда, поэтому... Итак, давайте, правая рука. Есть у вас полный гармонь, четвертая кнопочка сверху. Вот. Видите, вот. Попробуем взять по две клавиши, да? Левая рука, бас. Первая пара минорного ряда, вторая пара. Thank you.
там в одном из моих видеоуроков, да, я говорю, что вот эти пальцы, вот не надо так и загибать. Вот, да, мы играем свободно. Но тут я специально убираю пальцы, чтобы вам было лучше видно. Давайте как у нас звучит. Переписывать не буду, как есть, а живое. Вот такое видео. Если принесет кому-то пользу, буду очень рад. Если плохо, то и плохо, уберем его. Ну а пока, всем спасибо, до новых встреч на моем канале. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписался.